Всем привет! В этом видеообзоре будет показано вскрытие прекрасной фигурки, шикарной вайфу Рэм. Я думаю, анимешники поймут смысл вайфу, хотя я его не особо понимаю. Типа женушка из аниме Резеро. На английском называется, вот тут написано, Revive in a different world from Zero. На японском я не уверен как, и не вспомню сейчас, а читать по-японски такие сложные иероглифы я не мастак. Что в нем особенного? Особенного в том, что это Рэм. И тут написано для дураков вроде меня, что это особенная фигурка. Сзади есть клевенькая такая вот голографическая наклеечка Кадокава. Кто знает, тот знает. Кто не знает, в принципе, это не важно. Это прайс для игровых автоматов. И это Рэм. Вот она, няшечка. Стандартная картонная коробка. Производство Сеги. Сега делает очень много вещей в Японии. Внутри, скорее всего, будет картон. И в нем она. Проведем вскрытие. Пусть будет снизу. Я не знаю, будет ли Рам такая же, вторая девчушка. О, это уже новинка, кусочек, не знаю, для ламината такой использую. Вспененный пенополистироль, что-то такое. Коробка ничего нового. Молодцы, я удивлен, такого я еще не видел. Очень часто фигурки в прайзах картон этот пробивает шпиндиками от ног. Или еще как-нибудь. Вот она, красавица. Замотана в пупырку, как нежный цветочек аленький. Так, прямо ее вскроем. Так, они в пакетах. Пупырка сделана в виде пакета. Фигурка цельная. Судя по всему, не раздельная вообще. Симпатичненький, простенький, блин, основание, подставка. Sega Kadokawa сделана в Китае. Год не указан, что странно, потому что год обычно указывают все. Правда, странно. Ну ладно. Сама фигурка. Еще. Да, красотка. Как она есть. Аниме я смотрел, мне очень понравилось. Конечно, некоторые арки утомляют, но на фоне многого-многого очень здорово. Как видно, у нее есть очень невероятные маленькие симпатичные пансу, подтяжечки и бантики. Что, мужики? Ну кто не хочет себе такую вайфу? Кошудин сама! Окари насай! Да, может и купа выше, может и нет. Посмотрим попозже. Что по покраске можно сказать? Ну, волосы сделаны с небольшим градиентом. И в принципе больше каких-то особенностей и сложностей здесь нет. Глаза сделаны отлично. Краска везде на своем месте. Сверху огрехов тоже нет. Видно, конечно, маленькие швы, но это прайс, и я об этом говорил, и видно, буду говорить всегда. А то людей смущают швы у фигурок средней ценовой категории. Но выглядит она отлично. Очень миленькое платье Мэйдочки. Такое готик-готик. Год-год, воле-воле. Не более милое подъюбочное пространство. Надеюсь, я не оскорбляю чьих-то чувств, показывая пластиковые трусы.
Хотя на My Figure Collection даже это уже подпадает под плюс 18. Отличные руки. Пальцы не склеены. Есть, конечно, небольшие огрехи, но тут такие миллиметровые размеры, что, знаете, неудивительно. Тем более для прайса. Даже у комплиток бывают подобные проблемы. Так. Маникюра нету, хотя ногти я могу увидеть. А может, нет, даже маникюр есть какой-то, как будто немножко другая. Вот, видите, покраска, структура. Сейчас. Как будто есть оттеночек небольшой. Оба глаза покрашены. Если есть среди вас какие-то мясники с прямыми руками, можете взять ей подровнять челку. Что про Рэм еще сказать? Очень миленькие ямочки под коленками. Вот есть огрех один у этой фигурки. Видите, капелька от ботинка. Возможно, ее можно легко снять ножиком, подцепив. А еще градиент вот здесь, где у нее чулки начинаются. Видите? Чпок. Кошу Дин сама! Онигайши мас! Принести вам пожрать чаю. Так. Что у нас тут? Разного размера дырка. Большая, маленькая. И опять же, видите, сейчас покажу. Ноги вместе, а дырки нет. Большую-большую, маленькую немножко натягиваем и вставляем. Это, естественно, для прайзов как таковых. Рэм приехало 16 штук. Не знаю, как быстро их разберут и будут ли, конечно, разбирать, потому что не всегда популярных персонажей разбирают очень быстро. Хотя прайзы иногда бывают уходят в таком количестве за 1-2 месяца. Были случаи. Рэм очень симпатична. Ни на одной полке, даже с комплитками, она не будет смотреться чужеродно. Ну и просто я считаю, любому, кто любит этот сериал и кто коллекционирует фигурки или просто ради хорошего настроения, Рэм будет стоять на полочке, миленько улыбаться и дарить прекрасное настроение. Ссылка на фигурку в описании под видео. Поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь с друзьями, подписывайтесь и ожидайте новых роликов, новых фигурок. Все, спасибо, всем пока.